Добрый вечер. В эфире Мир Денди. А вместе с ним... Все разнообразие видеоигр и видеоприставок. Sega, Денди, Game Boy и Super Nintendo. А еще игры, о которых вы давно мечтали. И так мечты сбываются. В эфире Мир Денди. I love you and it feels so good. Знаешь, Андрей, я всегда мечтал играть в баскетбол. Но, к сожалению, очень давно перестал расти вверх. Не расстраивайся, Семен. Теперь у тебя есть картридж NBA, и твой рост здесь ни при чем. Ну, раз так, давай сыграем с тобой в баскетбол. Давай. Хотя мне неприятно говорить об этом, но победа в матче, который мы сыграли, досталась Семену. Теперь он на правах победителя отдыхает и празднует свой триумф. А я пока расскажу вам о нашей игре. Итак, я веду трансляцию из Соединенных Штатов Америки. Наша встреча состоялась в городе Миннеаполис. Семен выбрал себе лучшую команду этого штата – Миннесота Таймбервульвс. А я же решил сыграть за Чикаго Буллс. Те, кто любит американский баскетбол, знают, что быки более сильная и знаменитая команда. Поэтому я рассчитывал на достаточно легкую победу. Однако, уже в самом начале игры волкам удалось перехватить инициативу. Недобрый я почувствовал в тот самый момент, когда Семену удалось провести трехочковый бросок. И откуда бы вы думали? Со своей половины поля. На моих глазах такое случилось впервые. Конечно же, никакой заслуги Семена в этом нет. Ему просто повезло. Но если человеку начинает так вести, стоит задуматься. И я задумался. Мои быки стали сражаться изо всех сил и показывали очень красивую игру. Преимущество соперника не казалось подавляющим. И когда наши команды ушли на перерыв, разрыв в счете был всего 13-10 в пользу Семена. Но самое ужасное началось во второй четверти. Семен окончательно освоился с управлением, и волки стали играть как истинные профессионалы. Каждая их атака заканчивалась эффективным броском. Я не ожидал такого натиска и окончательно выпустил инициативу из рук. Вскоре преимущество Семена возросло до 7 очков. Он не скрывал свою радость, что-то кричал, размахивал руками, но при этом не забывал атаковать мое кольцо. Надо сказать, что игра ему очень понравилась. Понравилось — это даже не то слово, он был в полном восторге. Причем я сам, даже несмотря на то, что проигрывал с крупным счетом, полностью разделял его чувства. Если у этой игры есть недостаток, то только один. Вы можете выбрать любую команду, входящую в Национальную баскетбольную ассоциацию Соединенных Штатов, но при этом имена, фамилия и внешность игроков не соответствуют реальным. На мой взгляд, это несущественная деталь. Ну а в остальном игра состоит из сплошных достоинств. Изображение соответствует самым последним достижениям в области компьютерной графики. А звук, кажется, записан на настоящем баскетбольном стадионе. Чрезмерная легкость управления игрой компенсируется ее бешеным темпом. Нужно принимать правильные тактические решения в считанные доли секунды. Но что-то я отвлекся. Вторая четверть закончилась полным разгромом. Семен увеличил свое преимущество еще на 4 очка. Общий счет стал 20-31 в пользу волков. Но несмотря на такое поражение, мне удалось выровнять игру. Я даже отыграл несколько очков в начале третьего периода. Семен занервничал, и его игра в обороне заметно ухудшилась. Теперь каждая атака моей команды заканчивалась точным броском. Разрыв в счете изрядно сократился. Мне осталось отыграть всего лишь 6 очков. Но я понимал, что сделать это будет очень непросто. Хотя победа в третьей части игры осталась за мной. 17-12. По общему итогу встречи Семен все еще выигрывал. Финальная четверть разрушила все мои надежды. Бурный восторг Семена прошел. Осталась только воля к победе и холодный расчет настоящего аса. Его пальцы так и мелькали по кнопкам джойстика. В итоге блистательная победа 47-61. Семен еще раз доказал, что он теперь настоящий спец в компьютерных играх. Ну а если вы смотрите все наши программы, то помните, что мы уже играли в 3 спортивные игры. Футбол, хоккей и вот теперь баскетбол. Да, ты, честно говоря, играл классно. А ты думал, NBA в действии? Это просто фантастика. I love you and it feels so good. Жил-был художник один,
Нет, вы даже не надеетесь, что мы сейчас вам будем петь. У нас для этого нет ни слуха, ни голоса. Вместо этого мы сейчас расскажем ужасную историю. А называется она «Зона комикса». А началась она именно так. Жил-был художник один. И звали его Скетч Тернер. Жил он в городе Нью-Йорке со своей дрессированной крысой и рисовал комиксы. И вот однажды, во время страшной грозы, произошло нечто необыкновенное. Злой герой, нарисованный Скетчем, обрел самостоятельную жизнь и проник в реальный мир. Бушующая стихия дала ему огромную силу, и он забросил своего создателя в страну комиксов. Чтобы вернуться домой, Скетчу предстоит пройти множество уровней, переполненных всевозможной нечистью, одержимой жаждой крови несчастного художника. Каждый уровень представляет собой ряд картинок экрана, на которых Скетчу придется решать различные логические задачи или драться с противниками. А дерется Скетч, надо признать, первоклассно. Не знаю, где он этому научился, но точно не в художественной школе. Несмотря на то, что в арсенале героя очень много различных приемов и ударов, управление очень простое, и вы освоите его безо всякого труда. Помимо кулаков, Скетч может использовать различные предметы, а если нужно, отложить их про запас. В правом верхнем углу экрана, над индикатором жизненных сил, находятся три иконки. Это содержимое его кармана. Одно место у вас всегда будет занимать крыса, а в два других можно положить что-нибудь полезное. Бутылочку с жидкостью, продлевающей жизнь, метательный нож или, например, связку динамита. Крыса – лучший помощник Скетча. Она выручает его из самых трудных ситуаций, когда физическая сила бесполезна. Если вы попали в тупик, смело выпускайте крысу, и она отыщет верный путь. А выход с каждого уровня защищает наиболее агрессивные и кровожадные чудовища. Но и они, как видите, тоже смертны. Периодически в левом верхнем углу экрана появляется симпатичная женская личика. Это Алиса. Она следит за приключениями Скетча, постоянно их комментирует и дает советы. Лучше прислушивайтесь к ней, так как иногда Алиса дает полезную информацию. В целом, игра получилась отличная, а самое главное – разносторонняя. Она будет интересна и любителям боевиков, и фанатикам логических ходилок. Графика и звук выше всяких похвал. Вид оживших рисунков с красивыми пейзажами и декорациями производит очень сильное впечатление. Герои игры прорисованы до мельчайших подробностей, а звуковые эффекты и музыка ничуть не уступают графическому оформлению. Вот посмотрел я на эту игру, и до того она мне понравилась, что даже захотелось поступить в художественную школу. Но прежде всего, лучше начать заниматься восточными единоборствами. Например, карате. Нет, лучше айкидо. Без подобных навыков жизнь художника гроша ломаного не стоит. А вот этот момент еще раз доказывает, что без дрессированной крысы Скетчу уже давно была бы крышка. На этот раз длиннохвостый грызун отыскал тайник с гранатой, бросив которую Скетч освободил себе дальнейший путь. Ну и что бы сказать напоследок. Все увидели, что это по-настоящему интересная игра. Ну а отправиться в зону комиксов на помощь отважному художнику Скетчу Тернеру или нет, решать вам. Мой вам совет. Остерегайтесь рисовать страшных и злобных монстров. Это чревато последствиями. Журнал «Дэнди. Новая реальность. Путеводитель по играм». Это как большая энциклопедия, где важен каждый том. Ведь ты не знаешь, какой картридж ты купишь завтра. 4 тома у меня уже есть. I love you and it feels so good. Сейчас, Андрей, мы отправляемся в африканские джунгли. Ох, чует мое сердце, опасно это дело. Да ты что, не бойся. Джунгли же мой родной дом.
Ведь я Тарзан, повелитель лесов и зверей. А это Чита, моя верная спутница. Мы с Читой будем твоими проводниками. Ну, тогда нам все нипочем. Вперед! Как только мы очутились в джунглях, Семен встал на четвереньки, вскарабкался на первое попавшееся дерево и след его простыл. Хорошо, что Чита более серьезно отнеслась к обязанностям проводника. Эта умная обезьянка с помощью языка мимики и жестов объяснила мне, что нужно делать. Вожак обезьяньей стаи тяжело заболел, и ему нужна помощь. Для этого его нужно напоить целебным настоем из 16 цветов, которые и предстоит найти. Это основная задача первого уровня игры. Отыскать цветы не так-то просто. Они растут на ветвях деревьев и в многочисленных подземельях. Нам с Читой придется подниматься по висящим лианам, прыгать с ветки на ветку, спускаться в глубокие шахты. А на пути нас поджидают змеи, огромные пауки, летучие мыши и злые браконьеры. Основное оружие Тарзана – метательные ножи. Запас ножей никогда не иссякает, поэтому их можно не экономить. К сожалению, атака ножами очень слаба, и они не годятся для особо сильных противников. В процессе игры у Тарзана могут появиться другие виды оружия, оставшиеся от поверженных противников. Лук со стрелами, копья, камни, а самое мощное оружие в игре – револьвер. Таков всевозможный арсенал нашего героя. Выбор имеющегося оружия осуществляется кнопкой Select. Помимо оружия, Тарзан может найти другие полезные вещи. Яблоко восстанавливает жизненные силы. Маленькая пальма сохранит игру. Песочные часы дают дополнительное время на прохождение уровня. А изображение лица героя – одна дополнительная жизнь. В игре 6 уровней, на каждом своя задача. Тарзану предстоят поиски потерянного золота и украденного браконьерами слоненка, а также многое другое. Чита говорит, что ты вел себя молодцом. Посвящаем тебя в Тарзаны 3-й степени. К лазанию по лианам готов. I love you and it feels so good. Мужайся, Андрей. На нас с тобой возложена сложная, но почетная задача. Первый раз об этом слышу. Не увиливай. Нам предстоит защищать Юпитер от вражеского вторжения. К бою готов? Ну, готов, раз такое дело. Место выброса – Юпитер. Действие игры происходит в 21 веке. Оскудевшая сырьем Земля открыла для себя новый источник энергии. Единственное место в Солнечной системе, где можно добывать сырье, это Юпитер и его 4 спутника – Ио, Каллисто, Европа и Ганимед. В этих 5 точках были построены специальные базы по добыче минералов. Началась повседневная рутинная работа. Все было бы хорошо, но вдруг стали твориться непонятные вещи. Работающие на поверхности спутников люди постоянно ощущали чужое враждебное присутствие, и многие из них пропали, не оставив никакого следа. Сообщество Земли не могло оставить без внимания гибель своих сограждан. На секретной военной базе в штате Аризона был изготовлен специальный костюм для ведения боевых действий в безвоздушном пространстве и в условиях огромного давления на поверхности Юпитера. К счастью, на этот раз ученые успели вовремя и справились со своей работой отлично. И как только первый экземпляр боевого скафандра оказался на Ио, началась война с неизвестной расой существ за обладание спутниками Юпитера. Основная задача каждого уровня – уничтожить все летательные аппараты противника, подобрать работающих на поверхности планеты людей и высадить их на территории базы. Как только это удастся, атака считается отбитой. Каждая последующая атака начинается с боя с одним из флагманов вражеского космического флота. Подобная схватка может принести очень много полезного. Наряду со смертоносными снарядами из корабля противника периодически вылетают круглые диски. В них могут скрываться новые виды оружия, защитные приспособления или энергетические батареи, питающие скафандры.
Учитывая, что вы начинаете войну, имея лишь самое слабое оружие, лазерную пушку и всего 3 бомбы, собирать такие бонусы становится жизненно необходимой задачей. После победы над вражеским лидером начинается новая атака. Теперь несколько слов об игровом экране. Внизу расположен радар, на котором зелеными точками отмечены подлежащие уничтожению объекты. Желтыми точками обозначены находящиеся на поверхности планеты люди, которых вам нужно высадить на территорию базы. В левой части радара отражается количество оставшихся жизней, уровни энергии вашего скафандра и оружия. В верхней части радара ведется подсчет набранных очков. Справа показывается количество оставшихся бомб и выбранный вид оружия. После защиты ИО ваша миссия продолжается на остальных спутниках – Каллисто, Европе и Ганимеде. Принцип игры остается прежним, но теперь вам будут противостоять более сильные и опасные враги. Если же и эта задача будет решена, приготовьтесь к самому главному и решающему сражению – сражению за Юпитер. Гнев Юпитера страшен. Юпитер сердится, значит, он не прав. Теперь я решил вести здоровый образ жизни. Каждое утро бегаю трусцой, а маршрут моих пробежек лежит через фирменные магазины «Дэнди», «Красная Пресня 34», «Петровка 12» и переход метро «Театральная ГУМ». I love you and it feels so good. Если бы мы решили перечислять все гоночные игры с боевыми элементами, нам бы не хватило пальцев. И сейчас мы расскажем вам о подобной игре. Pro-Am 2. Нельзя сказать, что игры серии Pro-Am внесли нечто сверхоригинальное в развитие компьютерных игр. Ее создатели использовали довольно-таки старую, но практически беспроигрышную схему. Несколько автомобилей принимают участие в гонках на выживание. В конце трассы участники зарабатывают определенное количество очков и получают денежные призы. На вырученные таким образом деньги машины оснащаются новыми деталями, и все начинается заново. Гонка, деньги, автомагазин. Графика и звуковое оформление игры просто отменные. Ее создатели выжили максимум возможностей из 8-битной приставки. Основной принцип игры достаточно прост. Нужно внимательно следить за дорогой. На трассе в беспорядке разбросаны специальные значки. Проехав по ним, машина может получить дополнительные преимущества, например, резкий импульс скорости или денежный приз. Но будьте осторожны. Также попадаются и вредные значки, тормозящие машину или мешающие ее движению. После финиша проводится подсчет набранных вами денежных бонусов и полученных очков. Затем показывается итоговая таблица результатов. Магазин запчастей – кузница вашей победы. Здесь можно купить кучу необходимых деталей. Супердвигатель с турбонаддувом, новую резину, различные защитные устройства. Также в магазине продается самое разнообразное оружие. Но мой вам совет – купите сначала хороший двигатель и резину, а уж потом все остальное. Избегайте сильных столкновений, они могут разрушить машину. Также собирайте денежные мешочки, и тогда успех вам обеспечен. Игры подобного рода всегда имели большую популярность. Я уверен практически на все 100%, что Pro-Am 2 тоже не станет исключением и найдет среди множества владельцев игровой приставки Dendy своих почитателей. Ну как тебе, Семен? Ой, здорово как! Ой, здорово! Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов. Настоящая революция видеоигр. Супер Нинтендо — это больше, чем игра. Уже сегодня в магазинах Dendy по всей стране. Совершенная игровая система. Супер Нинтендо. Пришло время прощаться. Но это не страшно. Конечно, ведь ровно через неделю нас ждет новая встреча. Но при одном условии. Да, что вы включите телевизор.